Поводом для подготовки нашего следующего материала послужило обращение жительницы дома номер 2 по улице Первомайская. Женщина возмущена бездействием управляющей компании, в которую она неоднократно обращалась с просьбой вывести мусор с контейнерной площадки. В коммунальной истории разбиралась Ирина Никишина. Переполненные контейнеры и разорванные пакеты с мусором. Эту картину жители домов номер 1, 2 и 3 по улице Первомайская и Сапрыгина 16 вынуждены наблюдать ежедневно. После Нового года у нас не чистят контейнера. Машина подъезжала первый раз, не могла проехать, потому что перемело все. Звонили, что пришлем трактор, почистим дорогу, будут чистить. Ну ничего не чистят, собаки растаскивают, мусор прибавляется. А весной что будет? О том, что контейнерная площадка переполнена мусором, Любовь Ивановна уже неоднократно сообщала в свою управляющую компанию по КТС. Я с 9-го начала звонить, и вот через день, каждый день звоню, через день. И вот они смотрят, по телефону отвечают так, как будто в первый раз слышат. Мастеру передадим, а что, мастер еще ничего не сделал? Диспетчер, да, хорошо, я мастеру передам. И вот каждый раз такой ответ. Вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с данной контейнерной площадки осуществляет Ринмарское ТП. Мастер участка в телефонном интервью нам пояснил, что подъехать к контейнерам техника попросту не может, мешают сугробы. Там не чистили, а у нас машины не везде ходы. Они заехать туда просто-напросто не могли. Почему территория контейнерной площадки не содержится должным образом, мы решили выяснить у диспетчера управляющей компании, а заодно и узнать, почему она не реагирует на заявки граждан. Я звоню к вам по просьбе жителей дома номер 2 по улице Первомайская. Они с 9 января к вам обращаются с просьбой, у них переполнены мусорные контейнеры и мусор не вывозится. Так, а сейчас ведь региональный оператор работать начал. Сейчас они мусорку вывозят. Ну, я понимаю, что региональный оператор, но вы, как управляющая компания, отвечаете за содержание контейнерной площадки. То есть там к этой площадке даже не подъехать специализированной техники. Первомайская 2? Да, Первомайская 2, там еще рядом Сапрыгина 16, ну, у них контейнер. Вот, и женщина говорит, что к вам обращалась уже, ну, в диспетчерскую неоднократно, заявки принимаются, но, к сожалению, площадка не убирается и мусор не вывозится. А машина не сможет вывести мусор, потому что контейнером этим просто не проехать. В ходе разговора выяснилось, что контейнерная площадка находится на территории, за содержание которой отвечает «Чистый город». В таком случае, почему диспетчер сразу не предупредил об этом героиню нашего сюжета и не переадресовала заявку, нам непонятно. По данному вопросу заявок в муниципальном бюджетном учреждении «Чистый город» не поступало. Сегодня мы оперативно отреагируем на эту заявку. В случае, если есть проблема с вывозом мусора, связанная с плохим подъездным путем контейнерной площадки, и если данная территория обслуживается нашим учреждением, то тогда можно оставить заявку, и мы оперативно ее выполним. После того, как «Чистый город» освободит подъезд контейнерной площадки от снежного плена, спецтехника Ринмарского ТП сможет вывести с территории мусор. Нашу съемочную группу заверили, что ситуация разрешится в кратчайший срок. Ирина Никишина, Антон Ведряков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».